Сотрудник ДПС требует остановку. Автоледи по привычке начинает искать документы, но уже через минуту расплывается в улыбке. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Неожиданно. Международный женский день – отличный повод поздравить автоледи с праздником. Сотрудники ДПС в Химках вручили самые весенние цветы девушкам-водителям. Сегодня сотрудники госавтоинспекции, управления МВД России по городскому Химках в рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» поздравили женщин-автомобилисток с наступающим Международным женским днем. Искренне пожелали представительств прекрасного пола, весеннего настроения, вручили цветы и тематические памятки. Для многих это большая неожиданность. Сначала не все понимают, зачем их остановили, зато потом уезжают зарядом положительных эмоций. Желаю вам здоровья, счастья, оставаться такой же красивой. Спасибо. Спасибо. Девушки с благодарностью принимали букеты от сотрудников ДПС. Такое внимание по душе каждой. Здравствуйте. В преддверии праздника. Поздравляем вас. Спасибо. Всегда приятно получать тюльпан, особенно от таких людей. Спасибо, благодарю. По мнению автоледи, тюльпаны – цветы, от которых веет нежностью и весной. Получать их всегда приятно. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.